Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и программа, она же подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 270. Хедлайнеры сегодняшней программы — это различные артисты, в основном французские, но не только. В общем, своего рода регги-этнический интернационал, клиенты французского лейбла «Underdog Records». А начинают программу, в общем-то, довольно грустная история. Дан Сартейн, один из моих любимых американских рок-н-ролльщиков, неоднократно звучал в нашей программе. Дан Сартейн, к сожалению, умер. Умер в возрасте 39 лет, родился он в 81 году, умер где-то в самом конце 21 года. И надо сказать, что это очень печально, потому что парень отличнейший, просто... Посмертно у него вышел один альбом, называется «Arise, Dan Sartain, Arise», то есть «Встань, Dan Sartain, вставь», но, к сожалению, это уже невозможно. Шестой по счету альбом у Дана Сартейна и, к сожалению, последний. Слушаем с него песню «You can't go home no more», «Ты больше домой не придешь». Дан Сартейн из города Бирмингем, штат Алабама, к сожалению, уже покойный, и его посмертный шестой альбом «Arise, Dan Sartain, Arise». Мария Дель Гранди, наша следующая героиня,
Она итальянка, родилась в Милане, но живет в последние годы в Бельгии, в прекраснейшем одном из моих любимых в Бельгии городов под названием Гент. И вот она заключила контракт с лейблом Fire Records, престижным английским, и выпустила на нем дебютный альбом под названием «Until We Fossilize», то есть «Пока мы не превратимся в окаменелости». Слушаем песню «Totally Fine». Have you ever found yourself paralyzed in a corner somewhere outside where children are playing and people are laughing and talking loudly and it feels like you were never born? Seen yourself in the mirror and wondered if it's actually you, or it's just how you look when you look in that mirror. Your forehead frowns, but you didn't mean to. And it's totally fine, and no one is watching. It's totally fine, oh, don't tell anyone. It's totally fine, it's totally fine. It's totally fine, it's totally fine, huh? Have you ever looked back at the time when you pushed me away and you really didn't seem to care? Over and over I've asked myself, was that the right moment to leave you? And it's totally fine, now take a deep breath. It's totally fine, oh don't tell anyone. It's totally fine, it's totally fine. It's totally fine, it's totally fine. Марта Дель Гранди, новая итальянская звезда Dream Pop и альбом Until We Fossilize. Теперь немного у нас будет веселой архивной музыки. Не так давно я вернулся из Штатов, ну и накупил там всяких редкостей, в частности, сборничек такой под названием Lost Legend of Surf Guitar, то есть позабытые, затерянные легенды серф-гитары. Ну и там куча всяких серф-групп, действительно, более или менее забытых. В частности, калифорнийская группа под названием The Fabulous Playboys. Знаменитые плейбои. Выпустили они один единственный сингл в 1962 году. Ну и надо сказать, что он очень хорош. Пьеса называется «Cheater Stomp». We'll be right back.
Запись 62-го года, Fabulous Playboys, Cheater Stomp. Ну и еще один трек с этого же сборничка, Lost Legend of Surf Guitar. И это дуэт, гитарный дуэт Пол Джонсон и Арт Фишер, они же PJ and Artie, тоже, в общем-то, полностью и целиком забытый, и они очень симпатично исполнили мелодию из знаменитого бродвейского мюзикла «Paint Your Wagon», мюзикл вообще начала 50-х годов, и называется он «They Call the Wind Maria», назвали «Ураган Мария». Кстати говоря, был, по-моему, такой советский художественный фильм под названием типа «Назовите ураган Мария» или что-то в таком духе. PJ and Artie. Это была запись 59-го года «They Call the Wind Maria» с компиляцией «Потерянные легенды серф-гитары». Ну а теперь обещанные хедлайнеры. Значит, лейбл называется Underdog Records, он французский и в основном представляет французских артистов в стиле этно-рок, этно-поп, регги и так далее. Сейчас послушаем несколько их релизов последних двух лет в хронологическом порядке.
Начнем с группы из Байонны французской под названием «Калинга». У них вышел второй альбом на андердоге, называется «Legacy» — «Наследие». Вокалистка группы — девушка из Конго, и песня «Le Fantôme» — «Призраки». Les fantômes du passé me rongent les os. Les fantômes du passé me mangent la peau. Les fantômes du passé me rongent les os. Les fantômes du passé me mangent la peau. Oh, 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 oh. Si tant d'hommes ont trépassé de leurs larmes, je bois l'eau. Si tant d'hommes ont trépassé de leur sang, je bois l'eau. J'ai chassé la nature. «Калинга» из Франции, альбом «Legacy». Следующий участник тоже француз, зовут его Этьен Севе, псевдоним у него «The Bongo Hop». Но интересно, что живет этот француз в Колумбии. Да, что-то я себе не очень представляю, чтобы кто-то эмигрировал из благополучной Европы в довольно стрёмную Колумбию, но живет он там аж с 2003 года. И вот как Bongo Hop выпустил уже свой третий альбом, называется «La Niapa», и слушаем песню «Clouds».
The Bongo Hop, альбом La Niapa. Следующий клиент лейбла Underdog уже настоящий южноамериканец из Бразилии. Более того, родился в легендарном местечке. Это часть Рио-де-Жанейро под названием Ипанема. Это как раз там, где знаменитые пляжи. Зовут его Жоао Сельва. И вышел его второй альбом. Надо сказать, что имеет большой довольно успех. Альбом называется «Пассариньо. Прохожие». И слушаем с него заглавную песню. Canarinho da Alemanha, roxinol e sabiá, verdilhinho acauã, nunca mais eu vi cantar. Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Beija-flor, papa-capim, assanhaço, pajéu, grau na caboclinho, já não vejo mais nenhum. Como pode o passarinho viver preso na gaiola? Nem matar, o pobre foi condenar. Mesmo assim ainda canta, som preto, canário pardo. Como pode um passarinho viver preso na gaiola? Periquito, patativa, curió e azulão, ex-chechel da bananeira, lá no alto do sertão. Como pode um passarinho Жоао Сельва, песня «Пассариньо» с его одноименного второго альбома. Вернемся теперь во Францию, самое что ни на есть глубинную, в город Лион. Там имеется ансамбль, квинтет под названием «Доуделен», и они выпустили свой второй альбом, называется «Ланму, ланму». Слушаем заглавную, опять же, песню. Sans décor,
jamais aux photos oui, aux photos. On fait en sorte de pas montrer nos plaies, on se fait de la peine et puis en vrai on sait pas faire, même quand on s'aime on refait toujours la même. Quand on s'aime, on préfère se taire et c'est toujours les mêmes. On fait tout ça pour l'amour, l'amour, l'amour. On fait tout ça pour l'amour, on fait tout ça pour l'amour. On fait en sorte de pas montrer nos plaies, on se fait de la peine et puis en vrai on sait pas faire. Même quand on s'aime, on refait toujours la même. On fait tout ça pour l'amour, l'amour, l'amour. On fait tout ça pour l'amour, on fait tout ça pour l'amour. Personne nous avait dit sur terre tout sauf parfait, on se fait de la peine. Même quand on s'aime, on préfère se taire et c'est toujours les mêmes. On fait tout ça pour l'amour, l'amour, l'amour. On fait tout ça pour l'amour, on fait tout ça pour l'amour. Даудалян из французского Лиона и их альбом «Ланму, Ланму». Что это означает, честно говоря, не знаю, но группа симпатичная. И закончим мы наше знакомство с французским лейблом «Underdog Records». Ну, что такое «Underdog»? Точного перевода на русский язык нет, но это что-то между доходягой и неудачником, скажем так. Ну, может сказать, что лейбл вот как раз для таких богемных доходяг. Последний из наших андердогов — это англичанин по имени Флориан Греттон. Выступает уже давно под псевдонимом Флокс, играет исключительно музыку регги. Ну, сейчас этот стиль называется New Reggae, поскольку не чистый регги, а со всякими более актуальными примесями. Седьмой альбом Флокса Square, квадрат, и песенка с максимально прямолинейным названием Smoke Grass, кури траву. What's the point of even writing down that verse? If you have something to say, whatever can be worse than stamping that song Smoke Grass with a thud. And if there is a message, just slip it in the bud. So for those who take the time to not judge by the cover, for those who judge themselves before they judge another, for those who think that this is not a quick fix, legalize or not, that's just for politics. Don't see anything big than something that I dig. I must admit that it would lighten up the sky. Pull in the shop, say hello, I want to get high. But I would spend my time more on the facts. More important issues need to be unpacked. We are education, something I can fight for. Ending racism is something I could die for. Freedom of thought is something I'd fall from the sky for. But weed is just something I get high for. High five to all the people high in the house. High ten to all the people growing in the house. A warm welcome to CBD producers. Getting there slowly, I have faith in our futures. Who am I to boast that it's good to smoke weed? It's just a poison made to protect the plant's seed. For man has virtues, but this is not the topic. Hypocrites use that to justify their trip to the tropic. But don't see anything above. It's just something that I love. Now, everything seems better. Love that multiplies the pleasure. If ya split into the pressure, won't dig it if ya fuck up with the measure. Gotta get out of our ego. Together, every time up we glow. Run up, you gotta take it slow. Under 18 shouldn't, your lungs ain't good to go.
when you're progress. Everything seems better. I love that progress. It multiplies the pleasure. Now if you're progress. Split into the pressure. Won't dig it if you're progress. Fuck up the measure. Флориан Греттон из Лондона, он же Флокс, и его седьмой альбом «Square». На этом закончили мы наше знакомство с французским лейблом Underdog Records и переходим к заключительной части программы, которую открывает Энджел Ольсен. Энджел Ольсен — одна из самых популярных сейчас американских сингеров-сонграйтеров. Родилась в 87 году в городе Сент-Луис, сейчас живет где-то в какой-то более престижной части Америки. И вышел у нее уже шестой альбом, называется «Big Time». Ну, на мой личный вкус, не самый удачный в ее карьере, но вполне успешный в коммерческом отношении. Слушаем с этого альбома лучшую, на мой взгляд, песенку, она называется «All the Flowers». Thought the day would come when I would find someone to love me only, to love me only. Thought I'd try to settle down, I'd stay close to the ground. I'd spend the hours counting all the flowers. I'll be gone so fast, I'll fly across the midnight sky. Arrived early. Can bet I'm dreaming you. Can bet I'm dreaming. I've been spending too much time searching in vain to find the only reason. The only. To be somebody, to be somebody, to be alive, and with another, and with another, to be alive. Энджел Ольсен и песня «Про все цветы» с ее нового альбома «Big Time». Ну, естественно, не путать с одноименным альбомом Тома Уэйтса. Крис Либинг — это знаменитейший немецкий техно-диджей, в общем-то, человек уже преклонных лет, ну, значит, преклонных, 68-го года рождения,
из города Франкфурта. Ну и помимо популярнейших своих диджей-сетов, он начал некоторое время назад выпускать и пластинки тоже. Когда-то у него вышел давно уже альбом на мьютовском сублейбле техновом под названием «Новый Мьют». Ну а теперь вышло уже два альбома на главном «Мьют Рекордс». И новейший из них называется «Another Day» — «Еще один день». Много вокальных треков на этом альбоме. Я выбрал из них тот, где запевает Мария Юзер, поскольку очень мне нравится эта певица. Была, кстати, половиной замечательного дуэта, который у нас звучал в программе «Sink Your Teeth». Также подпевала «A Certain Ratio», подпевала «Black Midi» на нашем альбоме года и так далее. Ну а тут она поет песню «Patterns». She comes in the shade.
Крис Либинг и Мария Юзер, Patterns с альбома Криса Либинга Another Day. Следующий альбом у нас будет африканский. Баба Сисоко, знаменитый малийский вокалист, исполнитель на разных народных инструментах и так далее. В общем, такая же называется «Живая легенда». И вот он объединил усилия с не менее знаменитым французским клавишником, пианистом Жаном Филиппом Рикелем, который с кем только не играл. И записали они, при этом, естественно, привлекли к этому еще некоторое количество музыкантов, альбом под названием «Griot Jazz», с которого слушаем песню «Абдерахмане». Баба Сисоко из Мали, Жан-Филипп Рикель, француз, тут играет на клавишных инструментах. Ну, в общем, такой международный афроевропейский состав и альбом «Griot Jazz». «The Range» — это псевдоним американского электронщика Джеймса Хинтона. Живет он в моем любимом штате Вермонт на крайнем северо-востоке США, ну и записывает такую вкусную музыку в стиле, ну, наверное, электропоп, может быть, с легким уклоном в техно. Этим он привлек знаменитый лондонский лейбл «Домино», и выпустил он с ними уже третий альбом. Альбом новейший «The Range» называется «Mercury». Меркурий, разумеется, и с него слушаем пьеску «Уретан». Nothing to say. Yeah.
talking my name. Thunder. You'll get sparked with a flame. You'll spark flame. Thunder. Last year, man got left in the dark. Look, kiss out the game. What do you get? I walk out the game. One night, like lightning. Beat 4-5 in the waist, frightening. Kiss out the game. What do you get? I walk out the game. One night, like lightning. Beat 4-5 in the waist, frightening. Kiss out the game. What do you get? I walk out the game. One night, like lightning. In the waist, frightening. Kick out the game. What do you get? Might walk out the game. One night like lightning. B45 in the waist, frightening. I bring the heat like me. Last year, man got left in the dark. Man didn't really have nothing to say. Yeah. Two holes in your Umbro jumper. Happy I'm talking my name. Thunder. You'll get sparked with the flame. You'll spark flame. Thunder. Last year, man got left in the dark. Look. Man wanna see me 6 foot deep, 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 deep. Не знаю я, что такое уретан. Помню, был какой-то полиуретан, какое-то химическое соединение. Но в любом случае, это был трек с альбома Mercury Джеймса Хинтона, он же The Range. И закончит нашу сегодняшнюю программу альбом, который, по-моему, не продается, не вышел, но, возможно, имеется в интернете. И это альбом моего давнего очень знакомого поэта из Риги Сергея Тимофеева, русскоязычный поэт и отчасти музыкант. И вот он с еще двумя музыкантами, Андреем Антонцом, тоже из Риги, псевдоним Оид, и французом Стефаном Аргие, псевдоним Стереовоид, записал альбом под названием «Things and Fingers» — «Вещи и пальцы», где Сергей Тимофеев читает свои стихи, ну а два его партнера создают для этого музыкальный, преимущественно электронный фон. Выбрал я с этого альбома самый короткий трек, который называется «Истины». В общем-то, действительно, с содержанием этого стихотворения не поспоришь. Сергей Тимофеев. И на этом я с вами прощаюсь. Это была программа и подкаст «Музыка на свободе». Ну, естественно, я Артемий Троицкий. И, конечно же, на следующей неделе мы с вами снова повстречаемся. Пока. Истины. Я хочу рассказать тебе простые истины. Открыть тебе важные вещи. Всегда открывай двери. Входи в лифты, поднимайся на этажи, проходи по коридорам, всегда садись в машины, заводи двигатель, если зима, подожди, пока он прогреется. Всегда трать деньги, но понемногу, и только изредка трать все, что под рукой. Летом будет лето, осенью будет осень, не тушуйся, не делай ничего, от чего тебе тошно. Девочки станут девушками, а потом ты заметишь их, переходящих улицу за руку с малышами. Мужчины будут хмуро прикидывать возможности, а потом действовать по обстановке и часто ошибаться. Правительство создано, чтобы падать, корабли, чтобы проплывать под мостами. Но тем не менее, огни на том берегу реки никогда, представь себе, никогда не погаснут. А если они все-таки прекратятся, собери сумку, не бери лишнего и покинь город как можно скорее. Приедешь в новое место, осмотрись, прислонись к дереву, можешь закурить, если куришь, постоять, подумать. Видишь, и здесь пьют вечером чай, а по утрам кофе, ругают мэра, ждут перемен к лучшему. А если есть река,
пока.